Россия может, пройдя вот эти тяжелые годы, накопив опыт, опыта демократии, ошибок своих, собственно, научившись на них, провести тот набор преобразований, который постепенно позволит России пойти по пути, по которому идут другие постсоциалистические страны, даже Польша, или Венгрия, или Чехия, скажем, или Словения. Стать нормальной, цивилизованной, европейской страной. Сначала бедной, потом постепенно богатеть. А может страна закружиться в своих печалях, поверить в мировой заговор, начать ловить врагов, искать врагов в инородцах, пытаться пойти по тому пути, по которому Германия пошла после Первой мировой войны, а не после Второй.